Этот парень фотографирует нижнее белье девушки. Девушка замечает, что она явно не безразлична парню и зовет его к себе домой. Дома она бросает его на кровать, а сама уходит принять душ. После в комнату заходит мужчина с фотоаппаратом и просит парня раздеться. Парень в панике вскакивает с кровати и требует объяснений. Мужчина представляется отцом девушки и говорит, что хочет преподать урок малолетнему извращенцу. После парень в ужасе выпрыгивает из окна и убегает прочь, даже не проверив, на месте ли его телефон. На следующий день семья парня отмечает день рождения, как вдруг издается звонок в дверь. Парень открывает дверь и видит того самого мужчину. Он представляется полицейским и говорит, что нашел телефон парня, на что женщина благодарит его и зовет присоединиться. За столом мужчина требует у парня интимные фото его мамы, иначе он все расскажет. Парень сильно нервничает, потому что не в состоянии сделать фото. В итоге парень ломается и сам все рассказывает родителям, становясь позором семьи.